Сейчас, Леш, секунду одну. А где скорая помощь, которая уехала-то? Скорая помощь где? Не было никакой скорой помощи, да? Хорошо. А почему она уехала? Потому что вызывали, мы вызывали. А, потому что вы вызывали. То есть она не должна оказывать помощь никому, только вам. К ней, пожалуйста. Мы к ней, ну хорошо. А я сказала, что вы вызывали. Она говорит, у нас нет порядка. Нет, она уехала, да? Свет, и вы думаете, вот эта ситуация вот так просто она раскачается? Слушай, это вообще, да? Это кто да? Вот это сделал? Вот а это... кто лопатой рубил меня? Немножко с этого. Кто что? Меня лопатой рубил, скажите, пожалуйста. Обалдеть. А? Обалдеть. Кто лопатой рубил? У вас есть такие данные? Я вам скажу, что есть. Угу. Вот зарубили, папа. Дэви, папа зарубили, папа да. Вот этой вот молодой леди. Да, вас зарубили. А зачем вы детей-то да? Сюда ведете? Вообще. Так. Сейчас вызываем милицию и начинаем конкретно разбираться. Но поверьте мне, Светлана, в этой ситуации ваш папа глубоко не прав. Вот за этих трех кирпичей набрызгать людей. Идите домой, идите, идите. Вы уже достаточно нагулялись. Вот. За этих три кирпича, что он здесь устроил, войну мне здесь устроил, лопатой меня пытался срубить. Вы крепко пожалеете об этом. Я вам обещаю. Во всех правовых полях. И поверьте, Света, я не шутил с вами тогда, когда мы с вами разговаривали за кирпичи. И сейчас я с вами не шучу. И машина ваша, которая пострадала, я знаю, почему она пострадала. Потому что приехал ваш папа. И ваш папа был очень сильно неправ. Понятно? А почему он был неправ? Потому что он хотел отца двоих детей срубить лопатой. Хорошо, я увернулся от него, от этой лопаты. И вы за это ответите. И очень крепко пожалеете. Я вам говорю, в правовом поле. В правом поле. И это не шутки. Поверьте на слово. Свидетели у нас тоже имеются. Не надо. Разберемся в суде. Не в адеквате просто, понимаешь? Не в адеквате вы, молодой человек. Вы сюда приехали. Вы ситуации не знаете. Вы сидите на корточках и что-то рассказываете. Вы не надо мне рассказывать на корточках ничего. Потому что вы здесь не были. Вы не знаете ситуации, которая была здесь, которая происходила. Сейчас подъедет сюда первым делом скорая, которая окажет помощь людям, которые пострадали. Вторым делом милиция. Будет написано заявление вот на этих граждан. И тогда мы будем разбираться. В судебном порядке. Конечно. Ну, а вы мне сейчас говорите, я не в адеквате. Это с чего-то я не в адеквате-то? Не вопрос. С того, что мои дети здесь рыдают на дороге, я не в адеквате. Не, а машина-то при чем? Машина? Я не видел ничего, он мне в глаза набрызгал. Он меня набрызгал в глаза, я не видел. И ты лопатой ее. Естественно. Давай твою лопатой тоже. Иди. Я не буду. Не будешь? Не. А ты тогда рот открываешь, если ты не будешь. Вы для чего? Зачем ты рот открываешь тогда, если ты не будешь? Если ты не будешь, садись в тачку и иди домой, и все. Если ты ничего не будешь. А если что-то будешь, если ты прежде чем рот открыть, ты хотя бы это, поддержку языка своего имей. А ты, я смотрю, не имеешь. Мы звезда Ютьюба будем. И вы тоже, кстати говоря. До встречи в Ютьюбе. Пока.